Я на часик копнуть вышел. Разведать одно местечко, на которое копатели вообще не ходят. И вот интересный сигнальчик. Плюс 21, плюс 23. Но рваный, как не знамо что. Копаю. Ага, а это, ребята, это 2 копеечки, 74-й год. В 50 сантиметрах от этого сигнальчика еще один сигнальчик, который я принял за фольгу, но он прыгал от 0 до 10. Вот такой сигнальчик. Здесь были 2 копейки. А вот здесь неизвестно что, но похоже на фольгу. И, в общем-то, этот неизвестный сигнальчик надо выкопать. А то будет потом мучить. Думаешь, почему же не выкопал этот сигнальчик фольги? Но так как рядом 2 копейки, возможно, и штанов высыпалось чуть больше, чем 2 копейки. И сейчас мы это проверим. Пекс. Ну, повезет или не повезет? Фольга или не фольга? Вот в чем вопрос. Потому что сигнальчик, ну, очень страшный. Очень страшный такой, что выкапывать в обычных... Опа! А это... Минуточку. Сейчас мы травочкой потрем. Травочкой. Бинго! 10 копеек, 88-й год. Ага. Вот тебе и фольга. Я уже не раз накалывался с советскими монетками, типа 10 копеек и 15 копеек, когда принимаешь их за фольгу. Вот сейчас еще раз покажу диаграмму. Вот такая диаграмма у десюнчика. То есть, если все похожие такие сигналы выкапывать, то 99 этого фольга. 99%. А это вот десюнчик. Очередной сигнальчик. Нелепейший. Нелепейший. Но, как в предыдущем случае, на двушечку похожий. Ладно, в общем, копаю. Так, ну кто на этот раз здесь будет? А? Видимо, часто ходили сюда купаться советские граждане. Но что ты будешь делать? Опять двушка. Опять двушка. И какой же год? Минуточку. 79-й. Сегодня преследуют двушки и одна десяточка пока что. Решил, значит, я выкопать пробку. А это оказалось кольцо.
Но, к сожалению, нифига не настоящее. Алюминиевое колечко. Интересный сигнальчик обнаружился на берегу вот этого небольшого озера. Но сигнальчик, сейчас лопатку уберу, такой нелепый. Вот вообще никакой. Просто. Но есть предположение, что когда-то, когда эти деревья были маленькие, здесь кто-то мог сидеть с удочкой. Копаю. Так. Ну, кто ж у нас тут на этот раз попался? Сейчас посмотрим. Так. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А это желтая красивая советская монетка. Текс. Вот такие монетки красивые. Копеечка. 50. 50. 55-й год. Ой, красавица. В идеальном состоянии. Ушел я с водоема и остановился в ближайшем кусочке рубашки. Вот такую вот вещицу, назначение которой мне пока не ясно. Возможно, была какая-то формочка или еще чего. Самая необычная находка сегодняшнего дня. Понятное дело, что это, возможно, какой-то сувенир, современный вариант. Но, тем не менее, вот такая вот интересная находка. Прямо на дороге. Отличная пашня. И есть интересный сигнальчик. 77. Это не гвоздь. Копаю. И вот, наконец-то, интересный объект. Пока что непонятно, кто это. Но сейчас я его попробую травкой почистить. Эту монетку. И будет ясно, кто это. Как мог почистить, это копейка 1869 год. Ну, такая вот зелененькая. Но лысенькая. Бывает, что некоторые предметы без копания видны. Вот это маленькая штучка. В народе называется конинка. Прямо на поверхности. Вот такая вот местность. Ладно. Копаю.
Так, что же здесь может находиться? Воу-воу-воу! Это монетка. Сейчас я ее почищу. Ужасно грязно. 5 копеек. 61 год. 5 копеек 61 год. Вот такая вот грязненькая. Но 5 копеек.